36 лет мне. На X-Factor пришел для того, чтобы поменять профессию и стать творческой личностью. На данный момент несем службу, охраняем исправительную колонию. Как человек он зарекомендовал себя положительно, увлекается музыкой, уже неоднократно как бы приносил свои музыкальные инструменты на работу. Когда Александр берет гитару, всем на душе всегда встает весело. Конечно, есть стремление. Знаете, как говорят, плох тот солдат, который не хочет генералом быть, да? Вот и в плане творчества хочу быть генералом, как, образно говоря, как Михайлов или другие звезды, да? Я расскажу анекдот, который соседу рассказывал, только что прочитал в интернете. Значит, жила одна женщина, его никто не мог удовлетворить. И тут ей сказали, что есть в селе мужичок, он удовлетворит железно. Значит, она поехала, утром просыпается, говорит, да, мужик, ты крутой, бросай свою деревню, езжай ко мне в город. Она говорит, ну, здрасте, вот это я сейчас все кину, коров этих, собак. Нет, я буду жить здесь. Если хочешь, поедь к моему брату. Блин. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто вы? Я Александр, мне 36 лет. И что вы сможете сегодня нам проспевать? Ну, так что приготовил... За душу взяло что-то? За душу не знаю. Ну а приготовил вообще песню Стаса Михайлова «Ты навсегда моя». А за что ж бере Стас Михайлов, вибачте? Саме, по-моему, за душу, жінок. Бере, ну це Стас Михайлов, а я не знаю, як получиться. Ну давайте, спробуйте.